Другая. Ну что там слышно? Заеб. Отлично. Русский рэп. Знаю одно. Конкретно отборное говно. Запись хаты, есть одно но. Это вид со стороны на все футбол. Русский рэпак тянет под волны мысли вслух. Малолетние пусть сами думают, как им верить слухам, что на самом деле скука, а у меня свое сугубо грубо. Этот трек не на суд, не на дисреспект. Он про весь спектр с полным отсутствием рэпа. Набивай, не набивай скиллс. Говна на балне, торопись, талант ищи где-то внутри. Рубит, когда куплеты про кучу сучек. Блатной жаргон, в клубе купленный трон. Блатота, блять, отронь по ту сторону микро. Даже на сигареты нет сто пудов. Еще морозит случай, когда откинулся и хуй молчит. С веером бегает, блатуют обычно те, кто мать свою прокукарекал. Еще 1100 причин пнуть малолеток и мужчин. Причины не нужны русрэпу, с тупым челом один, другой скупой на фон. Даже если твой брат постараемся, это не дает тебе второй шанс. Хуй железу кассы, тут больше кретинов, нежели путных МС. Даже если твой брат постараемся, это не дает тебе повод не стараться. Мало шансов, хуй железу кассы, тут больше кретинов, нежели путных МС. Это реблокада, когда все подражают неграм. Куплеты про блинги из гетто, тут дефектные МС. Забыли про кабинет логопеда. Русский рэп заебал все киты. Русский рэп — это когда пустая трата времени, какой бы не был драга. Еблан, он прав был. Кому-то кабура дала микро, кому-то дала килу год, кому-то дали по ебалу. Кто-то пополнил счет, дал бы еще каждому по одному удару. Я за обеими руками и ногами. Положи респект на счет себе, а не шакалам. Убивай куплеты про басоту и кумары. Не гони гнусавых или гнусавь сам дома в трусах, но посети. Это...